На освобожденных территориях продолжаются инженерные работы с целью обеспечения безопасного движения транспортных средств. В части подразделения инженерных войск азербайджанской армии очищают дороги от мины и снежного покрова, а также прокладываются новые пути обеспечения позиций подразделений, расположенных в горных и труднодоступных районах. В то же время ведутся работы по очистке посевных площадей от мин. В результате деятельности инженерных подразделений на освобожденных территориях в период с 1 по 14 февраля полностью очищено от мин и не разорвавшихся боеприпасов более 374 гектаров территории.